Едет, едем. Едем, едем по району. Все, всем привет. Итак, мы собираемся. Едем на фазенду в 8:30 утра. Все наши шмотки. До 3 числа. Все, не теряйте. Я пошел. Кружим, кружим по району с Масей и паштетом. Это Мася, а вон там где-то паштет серый. Мау. Да, да, да. Вот они такие вот едут на заднем сиденье, в авоськах своих. Это Паша, вот он, Паша. Вот он, Паша, Паша в клетке, Паша в клетке. А Мася тоже. Масяня! Масяня! Ты видел, какая у Масяни крутая сетка? Видела, нам тоже такое надо. Наша пенсия такая же. Нам наш... Калории. Фазенда. Там баня. Банька. Банька. Жгем мусор. Здрасте. Жгем мусор. Здрасте. Здрасте. Вот начинаем работу. Время 12 часов. Да? Вдвоем на Масю смотрят. Миша, Паша и Масяня. Масяня? Этот Масяня. Это, короче, мамка Паши. Вот, это ее сын, наш кот. Масяня кошка родителей. А Миша кот соседский. Миша! Вот это Миша! Вот это Миша! 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 Михалыч! Вот это Михалыч! Чё они там хотят с ней замутить? Сынок даже не защищает. Сынок. Сереж, ты где? А, Паша. Паша точит у нас на огороде. Ой, Миша. Понял. Точит. Где-нибудь вот около навоза, не там он или что ли. Там Миша точит у нас траву.
шашлыки, грибочки и свинина. Мне так видно, кстати, под этим. Его надо вот сюда отставить, фонари тогда светят. А так видишь, хер пойми там вообще что. Вот так смотри. Вот так, вот, вот сам же видишь. Ну. Все нормально. Все. Сколько времени-то? 10? Где-то. 10 уже что ли? Да. Фигасе. Не нормально. Второй день. Удачи. Мир, труд, май. После первой хорошей посиделки вечерней мы едем в магазин. Потому что не хватос. Кому-то плохо. И уже не я за рулем, а мастер. Мастер вождения. Вот так трясется это все. Смотри, какая тетя в крутой кепке. Тетя Мотя, да? Тетя Мотя. Едем в магазин. Едем в магазин. Второй день. Мир, труд, мая. Сейчас привезут перегной. Надо будет копать теплицы. Кстати, надо штатив поставить и пускай одну снимаю. Да, туда поставим. Ты как тебя мешать? Убегаешь оттуда? Так я буду реально убегать оттуда. Все, я устал. Короче, вы посмотрите, как я буду реально копать. Правда, нам еще до магазина доехать где-то. Нормально еще. Чего нормально все? Ну, я имею в виду, приедем где-то через 30 часа. Я успею отдохнуть. Выпить бутылочку на обратном пути. Вот лимонадик. Лимонадик, да. Это коронное, по-моему, только у меня такое коронное название. Лимонады. Лимонады. Лимонад под названием лимонад. Да. Мы сеем и пашем. Да? Ну ладно, скоро приедем. Ждите. Поднялась вообще без всяких проблем. Тарелка. Он не знает, куда поехал. Только давай без палки, а? Туда? Да. Это первая скорость? Угу, понятно. Еще один. Я и так левый взяла. Вот, давай. Объехала, я объехала эту палку. И что, вот куда он сейчас он поедет? Не знаю, на своем заднем приведет. Давай сюда. Да? Сейчас посмотрим, ебать, ну-ка подожди. Так, посмотрим. Ебать, чувак, ты псих. Вот, едет. Все, только мази пока. Пропустим людей. Так, перегерчик тебе достану. Я хочу писать.
сейчас весь бензин кончает. Короче, не крутит машину, она цепляет дорогу прям вообще. Прям вообще не отпускает тебя никуда. Почему? Не знаю. Должно мотать было, по идее. Давай. Давай. Я не пойду. Почему? Я не умею. Я тебе покажу сейчас. Вот у тебя пока? Нет, мы вместе сядем. Я ты оставил ее? Да. А там нормально хоть все видно? Когда назад поехал, жестко было? Да, вообще прикольно. Держит, да? И мочи тоже не хватает. Она прям на месте так. Давай еще раз. Сейчас. Бит изнутри. Все, поехали уже. Ой! Там было пристегнуться. Смотри, пицца не влетела? Нет, пицца лежит. Ну, поехали. Все. Хорош. Хорош машин дом, да? О, воздух свежий. О, помочить надо колеса. Чтобы остыли. Да. Теперь за рулем шеф-профессионал. Шеф-профессионал? Ой, тихо. Сейчас днищем будем задевать. Мы уже ездили тут. Великая дорога к озеру. Ты так говоришь, показать то, что скрыто. Великая дорога к озеру. Лохнесское чудовище.
было замечено в 1990 году. Разных. Еще много разных обитателей. Акулфоб. Амфибий. Да. Йети. Окурек. Местная рыба, которую ловят рыбаки. На окурке. Пиварек. Рыба, которая ловится, если ей налить пиво в озеро. Водонек. Рыба, которая ловится на водку. Курек. Курек был там уже. Да, курек. Венек. Венек еще. Да, на вине. Кто там еще остался-то? Конек. Конек. На конине. Конежоры. Ой, блин, а. Придумали. Конек, горбунок. Вот наше озеро. Следующее озеро, про которое я говорил, называлось Сапог, но до него мы не поедем. Во-первых, далеко. Во-вторых, оно платное. Надо копать. Нет, копать надо, это оно платное. Так. Упс. Короче, вот здесь вот закрыли вход. Раньше можно было на машине прямо на озеро спуститься. Сейчас перекопали. У нас новый председатель. Он тут занялся. Или не председатель, кто он? Председатель сельсовет. Да, да, да. Так, ну сейчас вот так вот тут. Опчики. Вот это озеро. Оно было раньше такое, но чистейшее. Это озеро чисто из родников. Оно холодное. Вот даже летом, если когда вы купаетесь, поверху вообще классно. А если чуть окунетесь под воду, там рудники бьют. Можно даже судорогу словить. Что и неоднократно у меня получалось. Когда меня оставляли здесь на 3 месяца. Идем посмотрим. Красота. Смотри, какие колеса чистые стали от травы. Что, резина? Или у тебя там нет? Это нормально. У тебя такая все потертая. Угу. Нокиан. Грязь. Нокиан грязь. Вот, конечно, подстава всякие. Недалеко. Неподалеко от озера. Вот здесь что-то. Кто-то потерял. Я хер вытащу. Надо поставить ее. Зачем они ее выкинули? Вот, хотя бы так. Нехрен мусорить. Молодец, защитник природы. Ну, меня вообще бесит. Сами тут жрут шашлык. Тут даже мангалы были. Серьезно? Даже мангалы были построены для простых людей, как их можно назвать. Ну вот, то, что осталось от мангалов бесплатных. Угу. Только ножки, дорожки. Мы когда-то здесь еще диван приносили свой старый. Да, диван сюда приносили, чтобы люди отдыхали, но... Вон свалка. Носили вот ребенок. Вот это самое сложное. Кстати, это озеро все время, как было, по воде, ни меньше, ни больше. Это гараж, подача воды в сады, чтобы люди могли поливать свои участки. Там, допустим, раз в 2 дня на часик по каждой ветке. Отсюда прыгали. А где тарзанку убрали? Убрали, здесь тарзанка была. Ветку вот. Срезали даже, смотри, ну, с тарзанкой. Те... Здесь была тарзанка. То побережье, так сказать, это рыбацкое. Движуха. Здесь, вот там в лесах, мужик построил баню. Она у него где-то жила 2 года. Он ходил в баньку, такой как крутой. Но на озеро я ни разу не видел, чтобы он оттуда уходил. Короче, она сгорела. Почему? Не знаю. Может быть, кто-то из недругов, а может быть, сам. Там есть машины. А озеро, оно вот сейчас вот чистое даже. Сейчас вы увидите. Одно время Лохнесское чудовище. Здесь сомы плавали большие, где-то по трое, по четверо. Но сюда много рыбы заводили, но какой-то мудак. Здесь плантон плавал. Такая железка, которая не переворачивалась плантон. И не тонула. Плантон, да. Какой-то мудак планктон. Зимой. Плантон. А я плантону назвал, по-моему, нет? Нет, ты сказал планктон. Короче, какой-то мудак зимой приехал на Ниве, распилил ее и увез на металлолом. А здесь... еще тут еще что делали? Электрические, что удочки? А, электрической удочкой ловили. Бабах и вся рыба наверху. Ну, короче, пиздец, уроды.
уроды. На этом понтоне было вообще классно. По 10, по 15 человек собирались и с него прыгали, переворачивали, а ему пофигу. А сейчас ни понтона, ни тарзан, ни уже ничего нет. Или пошла в GoPro плавать под, да, воду, под воду. Водомерка, водомерка. Водоперка, водоперка. Вот такие у нас природные озера. На сапоге там вообще все ограждено. Красота. С размером лили плавают. Рыба с размером меня? Да. Ну ладно, я пошел плавать. Я пошла, да. Я как окунулась под воду. И давай это не надо там устраивать подводную рыбалку. Да ладно. На водомерок. А теперь мы пойдем копатеньки. Копать надо. Перегной, все дела, огуречики, помидорчики. Все как у обычных. Олег еще умеет сажать это все. Неправда. Правда. Будет учить все. Он маму с мамой в прошлом году сажал. Ничего не вылезло в итоге. Вылезло. Вкусные огурцы были. Вылезло. Мне сказали, капец ты. Они мне доверились, а я типа, я ж крутой в интернете. Да вот. В итоге там огородник-любитель. Оно вот здесь специально ограждено, перекопано, чтобы люди не могли заехать сюда. Смотри, табличка упала. Сука! Так она и не хочет, чтобы ее ставили. А и ты сделай, знаешь как? Как? Возьми таблицу. Ну. И между вот сюда засунь. Ага. Вот теперь она не улетит. О! За решеткой. Теперь ее никто не украдет. Уехали копать на второй день. Белых кроссовок ходит от посадок. Мы первый день что делали? Мы убирались дома и в огороде. А, у нас насос сломался, я заколебался. Насос сломался, я заколебался. Насос сломался, я заколебался. Это как авария. Ты просто рэпер? Нет, авария же такие песни поют. Что-то нам Ты не надо там. Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Да. Ладно, все. Всем пока. Эпическое видео. Да. Там, знаете, что после этой шашки, ребята? Чё? Здесь же зеленая вся была трава. Ну. Верно? Не все одной, белое. Да? Вот все вот такое вот было. Вот, видишь, вот. Угу. Видишь, а, вот. Все вот, сдохло. Все да? сдохло. Ну, корни остались. А Дигдин такой подходит и говорит. Ой, тут такой цветок этот. Желтый, как его. Эй. Это такие цветок такой красивый. Тебе не жалко? Корни-то остались, выкопай. Я говорю, это же одуванчик. Их столько посадят. Ну-ка. Теперь мы меняемся. Лили, все остальное. А я с камеры ставлю, да? Да. О, что-то я устал. Все, я устал. Перегной. Что расскажете? Как у вас получается? Нет, это делать? Очень? Эй, ты что в меня-то все? Так, надо, чтобы все верхние веточки все были покрыты. Ага. Сюда все летит. Надо тогда с той стороны, Олег, лестницу ставить. Да? Туда надо ставить. Здравствуйте! Вот они, божественные шампиньоны. День два. В
Первые были свинина, шампиньоны. Сегодня будет курица. И шампиньоны побольше мы нашли. Нашли сбыт больших шампиньонов. Вот они, красавицы. Такой запах от маринада просто. Вы себе просто представить не можете, как это будет вкусно. Ё-моё, вы просто берете этот большой гриб с костра и просто так пережевываете. И он настолько громадный, что вы даже не понимаете, что вы кушаете. А потом вы взяли ножку курицы. А если вам не понравилось, вы еще в прошлый день поели свининки. Но там тоже были шампиньоны, но они были маленькие. Сейчас это шампиньоны богов. Вот они. Вот они. Вот они. Родные. Этот маринад — песня. Никто не знает рецепт. Рецепт в интернете. Обычный, простой. По крайней мере, там хоть простой рецепт в интернете, но чтобы додуматься в пакете это делать, никто не додумается. Чтобы все соки, вот эти вот, когда нанизываешь вот эти большие грибочки, вкусненькие. Прям сразу захочется. Все, 5 штук. Их съесть. По 5 нанизывай. Много. Здесь поменьше было, понимаешь ли? Вот они. Красавицы. Красавица зима. Вот они. Вот они. Когда-нибудь такое видели, нет? Вот он. Настоявшийся бульончик. О-о-о. Это вот самая тема. Все. О. О. Улетающего пернатого друга. Ух, ё-моё, нифига ты тут. Летает. А что из него вывалился? А может вот так его лучше положить? Давай, давай. И сверху его закрой. Да, 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 да. Натыкай, вернее. Сейчас. Лучка. Блин, вот это маринад. Он такой ядреный. Вообще капец. А что делал-то? Лиля. Точно мог делать. Лиля, шеф-повар, мастер-класс. Только училась на миника. В жизни всегда так. Учился в эволюционном университете. Работаешь хер пойми где. Также и медик, который на кухне. Я предлагаю усугубить. Сейчас размажем мы вот это все дело. Распластай-ка ее хорошенько там. Сейчас сделаем. И поехали. Вот она. Вот. Девочка она. Наша. Какой стороной? Ну что, да, раз, да, вот да. Это маринад вообще. Песня. Вообще. Давай, сдавливай. Не-не, неправильно ты сделал. Чего? Наоборот, перевернуть надо. Да? Да. Ну так? Да. Ну погнали. Какие грибочки. Такая курочка. А вчера была свининка. Ну, мы ее так только еле-еле решили показать. Что, погнали грибочки? Thank you.
Кстати, номер один, номер для смс-сообщений. Также на странице ВКонтакте www.com/zfm. Заходите. Может, потом перевернем еще? Ну и, собственно, сразу же получаем. А ты уверен, что мы спускаем? Огромный привет моей мамульке. Вместе работаем в огороде. Очень устали. Я люблю вас, ZFM. Пишет нам Катя. Катя, приятной вам работы. Большой привет всем от Павла. Сегодня же случился серебряный бронз. Перевернем еще раз, да? Приглашает всех сюда. Вот такой вот добрый человек. Поэтому, если вы находитесь где-то здесь, в районе Северного Бора, не фигалки! Свет поменяю.